Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые друзья. Приветствую вас здесь сегодня, 10 марта 2023 года. Сегодня у нас пятница, вечер, 19 часов московского времени, и мы начинаем нашу встречу. Меня зовут Олег Григорьевич, и сегодня в течение 30 минут, около 30 минут, но я не думаю, что больше, я думаю, что меньше, это возьмет времени, я расскажу вам, чем мы тут занимаемся, какой у нас продукт, услуга и сколько вы можете заработать на продвижении этого продукта. План у нас будет такой, вот это 30 минут презентация, я вам расскажу все без деталей. А потом через 30 минут у нас начнется, и потом начнется сразу перерыв. Во время этого перерыва нужно будет зарегистрироваться тем, кто примет решение с нами сотрудничать, начать с нами бизнес, тот попадет на тренинг, который начнется ровно через час, в 20 часов московского времени. Да. Вот. Сегодня мы поговорим с вами о новом сервисе сокращения адресных ссылок под названием Globox Web. Оказывается, есть такое дело в интернете, чего я совсем недавно вообще даже не знал. Но я себе два слова скажу. Я занимаюсь сетевым бизнесом более 25 лет. В данный момент я являюсь дистрибьютором сетевой компании. Называется она Genes. И являюсь ее в статусе бриллиантового директора. Да. Ну, первые 10 лет, если я себе так пару слов сказать, первые 10 лет я влачил такое довольно такое жалкое существование, мало очень зарабатывал, долги у меня были, очень много работал, а денег как-то не получалось заработать в этом бизнесе. Я видел перспективы, возможности, вкладывался, изо всех сил старался, понимал, что это перспективное, нужное, полезное людям дело, что я могу, ну почему-то не получалось. Но потом, как всегда это бывает, я встретился с человеком, и как это часто случается, этот человек открыл мне то, чего я не знал. И я начал зарабатывать. Встреча с человеком меняет жизнь, с нужным человеком. Я начал стремительно зарабатывать много и заработал в MLM-индустрии не 1 миллион долларов. Я такой поклонник, сторонник и борец за идею, за сетевой бизнес. Я веду на YouTube-канале свой, на YouTube свой канал, он называется «Как встать с колен в MLM-бизнесе». И за свои четверть века работы в сетевой индустрии я много чего повидал и вижу, что особенно в последние годы все сложнее стало зарабатывать в сетевом бизнесе. Очень многие люди пребывают в долгах, устали, и, да, непомерные выплаты, сложности в некоторых компаниях есть. Ну и вообще это сегодня непростое дело. Конкуренция большая, много появилось других возможностей. Всякие разные блогерства, возможности в интернете расширяющиеся, партнерские программы разнообразные. И, короче говоря, в сетевом бизнесе людям очень трудно. Но я знаю, что это самый лучший в мире бизнес, который раскрывает потенциал людей и дает им возможность вести достойный образ жизни. И я всегда думал и молился, я верующий человек, и молился, чтобы Бог показал мне, как я могу помочь людям, моим партнерам зарабатывать в интернете. И не только моим партнерам. Я для всех, я никогда не говорю о своей компании, я говорю только у себя на блоге, говорю о том, как зарабатывать людям вообще. Хочу помочь людям. И вот 3 месяца назад, может чуть больше, я впервые услышал о том, что существует такой сервис по сокращению адресных ссылок, он называется Globox Web. Он создан на территории Российской Федерации, значит, русскоговорящий сервис. Но он уже и англоговорящий, и украиноговорящий, переведен на языки. Будут другие языки, конечно же, потому что интернет – это, конечно, интернациональное пространство, безусловно, потому что он и интернет называется. Да, всемирная сеть. И я узнал, с удивлением узнал, что, оказывается, существует вообще такая тема сокращения ссылок, что это целая отрасль в индустрии сетевой, что там есть компании, которые
существует давно и развивается успешно. Компании, которые сокращают адресные ссылки, урлы так называемые. Ну, в основном, конечно, это иностранные компании. Безусловно, лидерами являются американцы. Все мы знаем, я ничего нового сейчас не открою, но я хочу, чтобы все внимательно послушали. Я тоже, как и все, давно уже в интернете, и я считал, что я кое-что знаю, что многие вещи мне понятны. Но что в целом интернет – это, конечно, бесконечная паутина таких сайтов, которые связаны между собой. И они связаны такими короткими и быстрыми, и самыми прямыми дорожками. Эти дорожки называются ссылки. Даже дети знают, что ссылки могут переносить тебя из одного уголка интернета в другой максимально быстро. И когда ты попадаешь туда, куда тебя отправляют, то ты видишь то, что тебе хотели продемонстрировать, показать, куда тебя хотели отправить. Мы попадаем на какой-то сайт там и так далее. А эти сайты состоят из файлов. И они хранятся в специальных таких местах, которые называются урлы. Такие специальные цифровые адреса. Их называют урлы, потому что в переводе это означает унифицированный указатель ресурс. Ну, короче, очевидные вещи я вам говорю. Так вот, ссылки, которые позволяют пользователям перемещаться по сети, содержат в себе именно адреса. Все элементарно просто. Однако многие люди за этой простотой не видят очень важной информации. Что ссылки – это для знающих людей как бы параллельный такой невидимый мир. Ведь если вот задуматься, вот подумать как следует и задуматься, и сказать, вот если не будет ссылок, то нет интернета. Нету ссылок, интернета нет. Все люди без исключения обмениваются информацией. И каждый день пользуются этими ссылками. Поэтому они не видят этот интернет, эти ссылки. Это как хлеб. Вот я называю это хлеб интернета. Ссылки, хлеб интернета. То есть они, ссылки всегда присутствуют, когда мы в интернете. Мы даже не задумываемся. Кликнул, скопировал, отправил, кликнул, открыл. Все, конец истории. Но как хлеб. Он всегда на столе. О нем никто не говорит. Говорят о всяких разных разносолах. А хлеб, но без него как бы невозможно. Вот точно так же примерно и ссылки. И вот когда все начиналось, часто и начал развиваться интернет, то часто адресные ссылки получались большими, громоздкими. Вы когда-нибудь получали вот такую ссылку? Вот она желтым цветом идет. Если в тексте писать, то она переносится на другую страницу, нерабочая совершенно. Большие, громоздкие, корявые, некрасивые. Их было трудно использовать, даже невозможно. И вот поэтому, как ответ на возникшую потребность, стали появляться такие сервисы в интернете, которые бесплатно помогают людям сократить, ну, видоизменить ее, сделать более компактной, удобной. Подкастрировать немножко, подрезать эту ссылку. Кажется, какая банальность, о чем он говорит, кто об этом не знает. Но однако есть секрет, пока еще неведомый большинству людей. И я бы сказал, что даже есть какое-то волшебство, которое кроется в этих сокращенных ссылках. Вот послушайте, что я скажу. В интернете живет примерно там 5 миллиардов пользователей. Они используют 1,5 миллиарда примерно сайтов и ежедневно отправляют сотни и сотни миллиардов электронных сообщений. И вы все знаете, что мир онлайн расширяется. Через год будут совершенно другие цифры. И вот один крупный специалист в этой сфере, он сказал, ссылки это, представьте себе, что ссылки – это швы, которые соединяют обрывки всемирной паутины. Они создают единую целостную картину. И солидные ссылки, сервисы, которые сокращают эти ссылки, такие серьезные, они обладают очень большим и, самое главное, скрытым потенциалом. Секрет в том, что компании, предприниматели и вообще люди, которые используют такие короткие ссылки и знают в этом толк, они способны в реальном времени наблюдать за поведением своей аудитории. Повсюду, на различных платформах, каналах и в разных частях мира. И это делает их бизнес более успешным. Они получают преимущество в конкурентной борьбе. Почему?
Потому что специалисты научились из ссылок извлекать очень много информации, анализировать ее и предоставлять на выбор такие сервисы, такие возможности, такую статистику, которая делает людей, пользователей этих сервисов, успешными. Лидеры, конечно, в этом деле американцы. Но, например, знаменитая такая компания, она была создана в 2008 году в Нью-Йорке, штаб-квартира у нее, она называется Bitly. Этот сервис предоставляет информацию пользователям о том, откуда, значит, человек пришел на их сайт, куда пошел, каким устройством он пользуется, из какого он региона и так далее, и так далее. И ясное дело, что, еще раз повторяю, эти данные огромная ценность для продающих компаний, для блогеров и вообще для предпринимателей. Потому что чем информированнее бизнес, тем совершеннее его рекламные кампании и стремительнее растет доход. И Bitly стала одной из первых такой, которая захватила значительную часть рынка сегодня, в том числе и нашего русскоговорящего. И она стала первой, они стали первыми понимать, что компании, которые просто сокращали ссылки, превратились в хранилище данных. И основатель этой компании назвал, мне очень нравится это, что эти компании, они стали со своими данными тихим монстром. И главным продуктом их являются данные о пользователях. Мало кто это понимает. Я вот вспомнил, есть такой китайский миллиардер, основатель Alibaba Group, он говорит, что самые плохие качества для предпринимателя – быть снобом и не уметь адекватно оценивать обстановку, говорит он. И он еще говорит, что настоящие возможности всегда лежат там, где их никто не видит. Вот лежит под носом, а никто не видит. Есть такое понимание, что если ты хочешь что-нибудь хорошенько спрятать, надо положить на видное место, и никто никогда не найдет. Вот это про эту ситуацию. Я так долго подхожу к этому, чтобы вы поняли. Если, вот я заметил, я когда мне рассказали об этом, я не являюсь, как мне кажется, снобом. Сноб – это тот, который о себе высокого мнения и надменно, значит, относится к тем, кто что-то рассказывает им. Типа, да что ты меня учишь тут? Я весь такой, знаете. Но я просто не мог это принять. Я говорю, да я все как бы знаю, что ты мне рассказываешь, зачем ты мне это говоришь? И вот человек втолковывал мне, говорит, ты вдумайся. И когда до меня дошло, я все понял. Вот послушайте меня. Если зайти в Google и посмотреть, сколько у Bitly пользователей, то окажется, по их данным, около... Значит, пользователей вообще много, бесплатно используют, но у них есть платный тариф, и в зависимости от услуги они взимают плату от 35 до 300 долларов ежемесячно они берут за услуги, которые, значит, они предоставляют своим клиентам. Там разнообразная информация о пользователях, чтобы те действовали не вслепую, а осмысленно. Целенаправленно. И если посчитать, то в среднем около миллиона людей ежемесячно, минимум, значит, возьмем среднюю цифру 100 долларов, используют платный тариф. То есть такая компания каждый месяц получает примерно, это заниженные цифры, 100 миллионов долларов. На чем? Все знают, что Bitly – это бесплатное сокращение ссылок, сервис. Ну, все, кто в теме. Я не знал, теперь я знаю. Очень многие наши предприниматели, вот, которые работают на русскоговорящем рынке, блогеры такие, миллионники, и вообще люди, которые занимаются бизнесом, крупные компании, и просто пользователи, они не знают еще. Они пока, вот сейчас самое главное скажу, они пока не знают, что на нашей территории у нас появился такой же сервис под названием Globox Web, который обладает гораздо более выгодными предложениями для всех нас. Они не понимают, что они бесплатно рекламируют каждый день этот Bitly, которым они пользуются. Когда они поймут, что Globox Web предоставляет те же самые услуги бесплатно,
Но с помощью сервиса, который есть в Globex Web, они просто могут озолотиться, они могут зарабатывать миллионы долларов. Вместо того, чтобы платить, они будут получать. Но они пока этого не знают, и это наше счастье. Вот как только к вам придет какой-нибудь блогер или какой-нибудь человек, который занимается бизнесом и использует сокращенные ссылки, у него большая аудитория, он приведет с собой кучу народа, и вы разбогатели. Почему? Давайте я вам поподробнее расскажу, что, о чем идет речь. Ни один сайт, который специализируется на сокращении ссылок, никогда не предлагал и не предлагает никаких партнерских программ. То есть, ребята, идите, помогите мне продать наши услуги. Никто, кроме Globex Web. Наш сервис Globex Web бесплатно предоставляет клиентам, повторю, те же самые услуги. И сокращение ссылок, и набор статистических данных, которые необходимы бизнесу. Но он еще и дает возможность людям заработать. В Globex Web есть восьмиуровневая партнерская программа, которая позволяет заработать обычным людям, нам с вами. Наша задача – забрать этот новый рынок, который сейчас еще не голый, и мы с вами с такими возможностями первые и единственные. Почему у нас есть такая перспектива, такая возможность? Повторяю, те же самые функции, которые предоставляют иностранные компании, имеет Globex Web, и они бесплатные. Но у нашего сервиса, который так и называется Globex Web, есть совершенно уникальные возможности, которых нет у других. Ну, например, первое, если у вас есть какой-нибудь бизнес, например, в том числе и сетевой, вот как у меня, или если у вас есть какой-то сайт, вот как у меня, есть сайт, который я хочу раскрутить, или какой-то блог или канал в Телеграме, на Ютубе, или там страница где-нибудь там в социальной сети и так далее. Все, что вы хотите раскрутить, это можно сделать через сокращенные ссылки с помощью сервиса Globex Web за счет нативной скрытой рекламы. Дело вот в чем. Самая лучшая реклама, установили маркетологи, это когда работает сарафанное радио. Я рассказал своему другу Васе, Вася рассказал своей маме, мама рассказала своей подруге Гале, Галя рассказала начальнику Ивану Петровичу, Иван Петрович рассказал своему сыну, и понеслось. Это называется сарафанное радио. Вот так возникает вирусность. И Globex Web, разработчики, они придумали такую тему, что ты можешь взять любой раскрученный контент, то есть, ну, взять, например, видеоролик, который смотрят многие люди, или посмотрят многие люди, потому что он интересный, потому что он, ну, обладает каким-то особым таинственным качеством, позволяющим распространяться вирусно. И вот к этому ролику прикрепить информацию о себе. И когда человек смотрит этот ролик, почему он смотрит? Потому что все смотрят ролики такие вирусные, им интересно, и все хотят поделиться. То когда он будет закрывать эту страницу или уходить, он увидит неожиданно информацию о Globex Web или информацию о вашем сайте, о вашем бизнесе, о вашем магазине, о вас лично, о ваших книгах, о ваших, значит, каких-то достижениях, все, что вы хотите рекламировать. И таким образом вы можете распространять эти ссылки. И каждая ссылка такая становится реферальной. То есть каждая ссылка ведет на сайт Globex Web. И не куда-нибудь кому-нибудь, а именно к вам. Любой человек, который отреагирует на вашу рекламу и зайдет в Globex Web и воспользуется ее возможностями, это ваш клиент. И все деньги, которые вы получите, это ваши. Вот сейчас об этом я расскажу. Это удивительнейшая возможность. То есть мы всегда отправляем ссылки. Я вот раньше как делал всегда? Скопировал и отправил. Получил, кликнул, открыл, посмотрел. Я так делал раньше. И это мне никогда не приносило ни копейки денег. А теперь я делаю по-другому. Теперь я делаю так. Скопировал, сократил через Globex Web, привязал рекламу свою или по умолчанию привязывается реклама Globex Web и отправил любую ссылку,
Любую ссылку. Я приглашаю человека куда-то там, даю локацию, даю ссылку на какой-то магазин, значит, где хорошие колеса Мишелин, где сервис хороший, где просто обычную информацию, что бы я ни пересылал. А если я еще беру какое-то вирусное видео или какой-то раскрученный какой-то контент, то всегда делаю эту ссылку реферальной. То есть реферальная ссылка несет полезную нагрузку, и она всегда приводит в потенциале меня к деньгам. Вы понимаете, что это значит? Это означает, что любая твоя теперь ссылка где-то там в пространстве этом носится и ждет, когда кто-нибудь за нее зацепится, скажет: «Оба-на, Globox Web, я хочу», и принесет вам деньги. И такой сервис, он по сути бесплатный. Он стоит, по сути, бесплатный. Он стоит $33 на год. $33 на год – это 2 с небольшим доллара в месяц. Вы платите один раз в год, и вы получаете такую возможность раскрутить свой бизнес, свое дело и использовать партнерскую программу для зарабатывания денег. Globox говорит: ребята, помогите мне захватить рынок, помогите мне рассказать всем людям о наших возможностях. И вы заработаете, и Globox заработает. Кроме того, он позволяет создавать свои сети. Этот сервис позволяет создавать свои сети с нуля. Вот у вас нет никакого бизнеса, ни денег, ничего нет. Вы можете создать свои собственные сети, значит, из людей, которые пользуются этим сервисом. И потом по ним, внутри уже встроен такой сервис, проводить рекламу любых товаров. Но вот блогер, что он делает? Он создает контент интересный, люди смотрят, контент вирусный. Значит, видео распространяется, толпа записывается, количество подписчиков все больше. В результате к нему обращаются предприниматели, бизнесмены, торговые компании разные. Говорят: слушай, у нас вот есть ботинки, надо бы их порекламировать. Он говорит: 5 миллионов рублей и давайте ваши ботинки. И он там в одном из роликов рассказывает: пацаны, представляете? И значит, он что-то говорит. И кто-то из пацанов идет и покупает ботинки. Значит, кто считает, как это все отсчитывается? Вот сервисы по сокращению ссылок считают всю эту статистику, все эти переходы, откуда человек зашел, чем он интересовался, куда пошел, с какого он компьютера зашел, какая у него операционная система. Все это внутри этого есть. Все. И у нас то же самое. Только у нас есть возможность, не будучи блогером раскрученным, которые жгут машины, жгут деньги, их не так уж и много. А мы вот простые, обыкновенные люди, которые по 5 лет, по 10 лет ведут какой-нибудь канал и имеют там 69 подписчиков, мы с вами можем стать такими же богатыми, как блогеры. Только мы жечь деньги не будем и не будем кривляться. Понимаете, что? У нас создадутся сети из людей, которые за $33 хотят стать миллионерами. Такая удивительная возможность. Я когда увидел это, я очень сильно удивился. И я не начинал долго, потому что я не мог в это поверить. Мне потребовалось много изучить сайтов. Я говорю сейчас простым языком, чтобы было понятно всем до единого. Я столько перелопатил материала, что я теперь просто понимаю, что бывают такие моменты в жизни. Я не хочу ничего чрезмерно преувеличивать и придавать значимость. Сокращение ссылок, мировая революция. Я этого не говорю, это все глупость. Я говорю, что просто появился выгодный сервис, который не входит в противоречие ни с каким бизнесом, в том числе сетевым. Он предназначен помочь любому человеку, ну, говоря русским языком, раскрутиться, захватить большую аудиторию, выйти на больший рынок. Ну, вдумайтесь только, на секунду вдумайтесь. Вот если вы видели ролик про толстого корейца, который поет, вот эта знаменитая песня. 4,6 миллиарда за 10 лет посмотревших людей. Это больше миллиона в день люди смотрят. Если бы все эти люди видели вашу рекламу, сколько бы людей присоединилось бы к вам? А? И мы не знаем, какой ролик, в конце концов, к которому мы привяжем свою рекламу, нативную, скрытую, ненавязчивую, не такой, который в лоб долбит. Все ли дети учат за один день английский? Нет, не все. А надо мне всю грамматику? Не надо. Да чтоб ты сдох, уже думаешь ты, когда ты смотришь видео. А это нет. Это такая скрытая реклама, нативная. Она всплывает.
Когда ты закрываешь страницу, обана информация. Кто-то ее посмотрит, а кто-то нет. Ну и самое важное, еще раз повторю. Если у вас нет ни бизнеса, ни денег, вы можете просто продвигать сервис GlobexWeb и помогать этому сервису завоевать рынок. А он будет по восьмиуровневой партнерской программе выплачивать вам вознаграждение мгновенно, мгновенно. И не куда-нибудь, не в системе деньги, а сразу на ваш кошелек, в какой-нибудь платежной системе. Мы рекомендуем Advocash или Payeer. Значит, и прямо туда пойдут деньги. Прямо туда, сразу. В системе деньги никакие не хранятся. Итак, стоимость этого сервиса $33. Я хочу сказать, что нас ждут с вами совершенно необыкновенные новые и неожиданные возможности. Я не хочу забегать вперед, но предрекаю вам, что нас ждут возможности, которые позволят зарабатывать обыкновенному человеку, который сидит за компьютером и не знает, как из этого выжать хоть копейку, преуспеть по-настоящему. Я повторю, сервис стоит $33. $33 на один год. Вам видно, надеюсь? Видно или нет? $33 в год. Вот это Globox. По-русски пишу. Веб. Вот это мы с вами. Каждый из нас. Значит, мы за $33 получаем в системе место в Globox Web сервисе. Значит, и сервис предлагает нам заработать деньги. Не, да, не просто так, возьми, заработай деньги. Нет, а для того, чтобы создать сети из таких же пользователей, которые будут использовать этот сервис. И GlobexWeb обещает нам, что $29 из этих наших денег, внесенных, будет возвращены в виде оплаты по 8 уровням. Значит, и плюс еще бинарная система. Бинарная система. То есть двойная система оплаты. Вот когда вы подключаете в этот бизнес своего человека первого, своего друга Васю, с которым вы знакомы, и вы позвоните ему, скажете: слушай, Серега, или Вася, или Наташа, или Галя, посмотри, что я тут узнал в интернете, посмотри, и посылаете ему ссылку, сокращенную ссылку через GlobexWeb, и он смотрит видео, и говорит: да, интересно, расскажи поподробнее. Вы им рассказываете два слова и говорите: я еще толком ничего не понимаю, давай вот в пятницу, в понедельник или в среду, у нас каждый понедельник, среда и пятница, в понедельник 15, в среду 17 и в 19 часов в пятницу. Презентация. Пойдем на презентацию, послушаем, там ребята уже кое-что знают. И он приходит и говорит: да, мне это нравится, и он подключается. Он подключается, и вам немедленно выплачивается $10. Сразу. Как только он подключает своего человека, этот человек ваш второй уровень, он получает, этот Василий, $10, а вы получаете $2 за этого. За третий уровень вы получаете 2, за четвертый уровень вы получаете 2, за пятый уровень вы получаете 2, за шестой уровень вы получаете 2, за седьмой уровень вы получаете $2, и за восьмой уровень вы получаете 7. Итого $29. Вот это все. Это пассивный доход. Это люди, которых вы не знаете, не приводили, ничего не делали. Это просто ваш человек развивает свой собственный бизнес. А этот человек развивает свой собственный бизнес. И все эти цепочки растут, естественно, в разные стороны. И в зависимости от того, у кого сколько в первом уровне людей, все и получают больше денег. Значит, мы пришли. Вот это понятно? Понятно. Значит, сейчас будет тренинг. Тренинг, и на этом тренинге я более подробно расскажу для заинтересованных уже людей, которые приняли решение по-настоящему работать. Я расскажу расскажу более
широко. Сейчас просто у меня нет времени. Нет времени, потому что у меня уже время завершается. Значит, вот смотрите, вот это вы, наша задача сделать так, чтобы вы отбили свои вложения. Каждый человек, которого вы пригласили, приносит вам 10 долларов. На 4 умножить это 40 долларов. Когда они начнут делать то же самое, то у вас появится второй уровень. И на втором уровне у вас будет 4 человека, каждый по 4, итого 16. 16 умножить на 2 будет 32 доллара. На третьем уровне у вас будет 16 человек, каждый по 4, это будет 64 умножить на 2, 128 долларов. На четвертом уровне у вас будет 64 умножить на 4, это будет 256. Вы только вдумайтесь в цифры. Вам нужно только 4. Вот этому вашему другу Сергею только 4. Этим людям тоже только 4. 256 на 2, это будет 512 долларов. На пятом уровне у вас будет 256 человек, приведут по 4, будет 1024 человека. По 2 доллара, это будет 2048 долларов. На шестом уровне 1024 человека, каждый всего лишь по 4, чтобы отбить свои собственные деньги. Это будет 4096 человек. Все по 2 доллара, это будет 8192 доллара. На седьмом уровне 4096 человек привлекут через вот эти презентации, как они захотят, 4 человека сервиса, которые купят за 33 доллара, то получится 16384 человека. Все по 2 доллара и будет 32768 долларов. И на восьмом уровне, наконец, 16384 человека. По 4 человека будет 65536. И все не по 2, а по 7 на восьмом уровне. И получится 458 долларов, 752 доллара. Если подвести итог, то всего будет таким образом 82380 человек в вашей группе и принесет это денег 502472 доллара. Вот и все. Вот этот простой расчет показывает, что любой человек, используя систему Globex Web, я не считаю здесь бинарную систему, которая учитывает все взаимосвязи и за каждого, и в десятом, и в сотом, и в тысячном, и в миллионном поколении приносит 4 балла. 4 балла, как только 900 накапливается, 100 долларов. 4 балла, 900 накапливается, 100 долларов. Как только вот здесь появится какой-нибудь блогер, который крикнет: «Ребята, пацаны!» и 5 миллионов пацанов встанут под вас, цифры вас сильно удивят. Вот так вот. Я хочу спросить, если люди... Я начал заниматься этим, начал кому-то что-то рассказывать 13 января. 13 января. За это время в моей группе примерно 900 человек сейчас. 900 человек. Я получаю уже с 8 уровня деньги. Всего в общей сложности я заработал 3000 долларов с копейками. Ну, посчитайте, 13 января, 13 февраля... за 2 месяца. Я считаю, и все это нарастает в геометрической прогрессии. Если кто-то заработал денег, пожалуйста, напишите, кто сколько-нибудь денег заработал уже здесь. Globex Web выплатил вам эти деньги. Деньги приходят, напишите, пожалуйста, а я пока скажу. Деньги приходят в эту же секунду. Деньги приходят в эту же секунду. Как только оплачен сервис. И сразу же отправляется в ваш Payeer-кошелек. И оттуда вы вывозите эти деньги на любую карту. И используете в магазине, где хотите. То есть, что мы делаем? Мы не сетевая компания.
Противоречия с этим бизнесом мы ни в какие не входим. Это просто инструмент для увеличения продаж, в том числе в MLM-компаниях и не только. Вы делитесь сокращенными ссылками и зарабатываете. Потому что эти ссылки сразу становятся реферальными. То есть они несут смысловую нагрузку и приводят вас к деньгам. Они просто ждут, когда кто-нибудь на них кликнет. Бизнес официально зарегистрирован в Российской Федерации. Законный, легальный, созданный по закону. Он подходит всем без исключения. Цена на вход $33 в год. Через год, когда все начнут повторять проплату за год, вы получите двойную цифру еще раз. Вывод денег через платежные системы на карты, как положено, значит, и налоги платятся, как в любом другом бизнесе. Все, на этом все. Значит, я коротко рассказал вам. Сейчас у нас будет перерыв. Ваша задача сейчас состыковаться с человеком, я обращаюсь к гостям, с тем человеком, который вас сюда пригласил. Обратитесь к нему, скажите, что вы хотите зарегистрироваться, если вы еще не зарегистрированы, оплатить сервис $33 и попасть на тренинг. Ровно в 20 часов здесь, прямо здесь начнется тренинг. Сейчас тут будет просто пауза, музыка будет играть, а вы пока зарегистрируйтесь, задайте вопросы. И в 20 часов мы начнем тренинг, где уже с людьми заинтересованными, которые решили принять решение и использовать этот сервис в своей жизни, значит, начнем двигаться и зарабатывать деньги. Я понятно объяснил? Если вопросов нет, а их и не должно быть, все вопросы на тренинге, тогда я желаю вам удачи, быстро регистрируйтесь, прямо немедленно, прямо сейчас связывайтесь с человеком или заходите, регистрируйтесь и говорите, я хочу встать под тебя, давай, что мне делать, расскажи, помоги, и человек вам с удовольствием все покажет. Все, до свидания, всего доброго, до встречи через полчаса.